Так, собрались с мыслями. Да. Первое поздравление. Первое, значит, самое по старшинству. Спасибо. Мы как глава семьи в этом плане. Да, конечно. А кто сказал, что 60 жизнь уже кончается? Это возраст самый лучший. Незачем печалиться. Время для себя пожить, отдохнуть, коль хочется. Дети, внук и друзья, где тут одиночество? Так что празднуй юбилей, улыбайся счастливо, не грусти и не болей, а будь всегда прекрасна. Ну и начиная сегодняшний наш творческий концерт вечер, на сцене хор друзей-одноклассников, солист Алексей Волков, он же Мосякин, он же Шарапов. Первая песня такая будет тихая, спокойная. Лирическая песня, я картина просто... первая, лирическая. Да. Любишь танцевать? Для тебя вальс. А, это не вальс, извини. Юбилей, юбилей, юбилей тебе пришел, приглашает нас кафе повеселиться. Отчего так хорошо? Просто очень милый муж тобой гордится. Отчего так хорошо? Просто очень милый муж тобой гордится. Посмотри ты нам в глаза, сколько радости и тепла из них струится. За тебя песню эту мы споем, прямо скажем, грех тебя нам не влюбиться. За тебя песню эту мы споем, прямо скажем, грех тебя нам не влюбиться. Хороша, как никогда, вся в цветах с утра сегодня утопаешь. Юбилей, все мечты пусть сбываются твои, и случится все, что только пожелаешь. Юбилей, все мечты пусть сбываются твои, и случится все, что только друзья, поздравить дружно. Отчего нам так светло от того, что наша Оля улыбнулась? Отчего нам так светло от того, что наша Оля улыбнулась? Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего душа поет, потому что Оля